Накануне праздника Международного женского дня глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с женщинами-руководителями и владельцами предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципалитета. Мероприятие было организовано отделением торгово-промышленной палаты Ленинского района и проходило в формате круглого стола. Встреча прошла в неформальной обстановке, но, несмотря на предпраздничное настроение, Валерий Венцель сразу перевел беседу в конструктивное русло. Во вступительном слове он отметил, что только в тесном взаимодействии бизнес-сообщества и власти можно стремиться к тому, чтобы стать лучшим муниципалитетом Московской области. Проблемы у нас общие. От отсутствия дорог до проблемы с инженерными коммуникациями, что, собственно говоря, является неким таким... основным, наверное, посылом для обсуждения, потому что забота, коль уж мы говорим, что готовы помогать бизнес-сообществу, она общая, как ваша, так и наша. Подобные встречи с представителями бизнес-сообщества глава муниципалитета проводит на постоянной основе. В ходе нынешней беседы предприниматели обсудили существующие проблемы и поделились опытом, в том числе и положительным, ведения бизнеса в Ленинском районе. Сейчас очень много программ по поддержке бизнеса, для развития бизнеса. И они у нас вот все в нашем районе работают. И губернаторская программа, и поддержка нашего главы Ленинского района. Я сама лично вот наше предприятие воспользовалась. В 2017 году мы купили дорогостоящий станок, и 50% вот нам было оплачено. Мы, конечно, отчитываемся за все, нас проверяют, но, слава богу, все это прозрачно. Отдельно глава района поблагодарил женщин-предпринимателей за активное участие в социальных и благотворительных проектах, реализуемых на территории муниципалитета. Это правильное направление, которое и мы поддерживаем, и у людей находит отклик. Поэтому еще раз всем большое спасибо, что принимаете участие. Мы договорились с ребятами, что такие мероприятия мы будем дальше продолжать, поощрять. Мы будем смотреть, кто более всех там активно принимает участие, и идти навстречу, будем смотреть, какими формами. По окончании встречи Валерий Николаевич поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, вручив им цветы и памятные подарки.